140 лет. Свой юбилей областной центр отметил с размахом. Торжественными шествиями на земле, заплывом байдарочников в Уводе и даже полетами парапланеристов в небе завершил вечер концерт известного артиста Томаса Андерса, у которого нашей съемочной группе удалось взять эксклюзивное интервью. Подробности в нашем следующем репортаже. Добрый вечер. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. And what else? На здоровье is very important. And the first word I ever learned was водка. Выучив самые нужные русские слова, Томас Андерс сразу покорил ивановскую публику. Тем более, что звезды такой величины областной центр своим вниманием радуют нечасто. Разве что в юбилей. Свои всемирно любимые хиты Томас Андерс не прогадал. Апогеи вечера жители и гости Иваново ждали с нетерпением и пришли на него с соответствующим настроением. Русский темперамент и теплый прием, признался заграничный гость, ему весьма понравились. Однако звездный график работы не позволил певцу познакомиться с жизнью города поближе. It's the first visit to Ivanovo. I've never been here before, but это мой первый визит в Иваново. Я никогда раньше здесь не был. Сейчас я реально не могу сказать о своих впечатлениях от вашего города. Я приехал в город буквально 5 часов назад, а через час я уже уезжаю, так как завтра рано утром у меня рейс на самолет из Москвы. Я участвую в утреннем шоу в Германии. Для меня и шоу, и зрители были просто фантастичными. Мне действительно очень понравилось выступать здесь. Это было потрясающее шоу, сама обстановка, сцена, ощущения великолепные. На полтора часа площадь Пушкина превратилась в настоящий опен-эйр, причем звездные хиты заставляли двигаться и напевать знакомые мотивы всех без исключения гостей, и рядовых граждан, и высокопоставленных чиновников. На большой сцене Томас Андерс своей стихии. Сложно представить, но когда-то перед исполнителем стоял вопрос выбора профессии. Yes, I was studying. Я учился на факультете журналистики, но уже тогда я был увлечен работой в группе Modern Talking. Вот, собственно, и все, поэтому я решил быть музыкантом. Знаете, иногда так бывает, что у вас нет другого выбора. Иногда так случается в нашей жизни. То, что нам дано, надо принять. Да и я это люблю, мне просто быть артистом. Я действительно счастлив, что занимаюсь музыкой. Благодарная публика проводила Томаса Андерса аплодисментами, по инерции продолжая двигаться в ритме прозвучавших композиций. По традиции завершил вечер праздничный фейерверк. Разноцветные залпы взлетали в небо 20 минут подряд. Виктория Гарина, Ирина Щепина, Екатерина Большакова, Алексей